Ивановец Александр Моисеев может оказаться среди обладателей Всероссийской премии «Рунет-2012» в сфере культуры и массовых коммуникаций. Интернет-проект Generation Art, который по своей сути представляет онлайн-музей современного искусства, оказался в числе номинантов на популярную премию в области информационных технологий. Я просто подал заявку на премию «Рунет-2012» 2012 года и, в принципе, был удивлен, что я попал в номинанты, потому что проект очень молодой, ему всего 7 месяцев, а там как бы, в номинации также участвуют проекты, которым порядка 8-7 лет. Ну, такие серьезные ребята. Александр – автор идеи и разработчик первого в России онлайн-музея. Прежде чем появился сайт, который сделал доступным современное искусство, Александр прославился тем, что создал виртуальные туры по музеям города Иваново. После этого возникла идея создать нечто новое. Когда я зашел на сайт, я в первую очередь отметил для себя дизайн. То есть мне понравился то, что там ничего лишнего, строгий, четкий дизайн. Вот. Потом наполнение самого сайта. Разноплановые техники, авторы. Все это мне очень понравилось. В онлайн-музее разместить выставку может любой творческий человек. Это отличная площадка для общения и обсуждения. Желающих продемонстрировать свои работы нашлось около сотни. В большинстве своем это фотографы и граффитисты. Художники неохотно идут на сотрудничество. Не все активно поддержали и стали участвовать в этом проекте, потому что претендовали на какую-то оплату за размещение их работ. Так как проект полностью бесплатный, и он даже не содержит рекламы на своих страницах, то людям, конечно, объясняли, то, что это проект не для того, чтобы кто-то заработал на ком-то или кто-то зарабатывал для себя на этом проекте, а для идеи голосования за музей. Фотохудожник Анна Королева стала участницей проекта еще на заре его становления. Сомнений, принять участие или нет, не возникло. Проект замечательный, интересный. Иваново. У нас столько талантливых людей. Конечно же, возможность показать себя, возможность показать свои работы, потому что на тот момент я тоже была на начальной стадии своего творчества. Вручение премии «Рунет-2012» состоится 21 ноября в Москве. Несмотря на то, каким будет итог, для Александра Моисеева оказаться в числе номинантов уже большая честь. Ведь конкурсный отбор из множества заявок осуществляли более 560 экспертов. Любовь Подчерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.